Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас. Сегодня я покажу вам процесс создания очень простого и нежного кулона. Этот мастер-класс отлично подойдет для начинающих. Начнем. Для работы нам понадобится полимерная глина двух цветов, мятная полупрозрачная и черная, золотисто-зеленая пудра, лезвие, игла, скальпель, моделирующий инструмент, скалка и щетка. Черную полимерную глину разминаем и катаем в шарик, затем формируем из него овал. Кладем на рабочую поверхность и выравниваем заготовку скалочкой и моделирующим инструментом. Щеточкой наносим текстуру по обеим сторонам заготовки. Берем полупрозрачную мятную полимерную глину и формируем листочек. Располагаем листик на заготовку и иголочкой делаем прожилки и отверстия. Моделирующим инструментом с лопаткой я сделала насечки по контуру листика, но этот этап совсем не обязателен. Ну и куда же без завитушек? Катаем мятную полимерную глину в тонкую ниточку и декорируем оставшуюся часть кулона. Иглой добавим отверстие на самой заготовке.
пудрой слегка тонируем листик и завитушки, и я совсем немножко затонировала основу. В таком виде отправляем на обжиг при температуре 110 градусов в течение 35 минут. Когда кулон остыл, я присоединила фурнитуру и готово! Вот такой нежный кулон у меня сегодня получился, а наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристани? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной. Делитесь этим видео с друзьями, оставляйте комментарии, ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков! Пока-пока!